Росреестр и МФЦ Башкортостана перешли на безбумажный документооборот. Это станет одним из этапов масштабного проекта по переходу в онлайн-взаимодействие и цифровизацию архивов. Документы будут поступать по защищенным каналам напрямую к госрегистратору на проверку и заверение. В свою очередь, бумажные экземпляры после проведения регистрационных действий будут возвращаться обратно заявителям. Электронный документооборот такой же надежный, как и бумажный. Что касается взаимодействия между МФЦ и Росреестром, здесь мы, конечно, прежде всего говорим об оптимизации процессов и о сокращении сроков предоставления услуги. Напомню, в апреле этого года проводилось тестирование пилотного проекта «Стоп-бумага» в самом крупном офисе МФЦ «Аркада» в Уфе. Предварительное тестирование позволило отработать взаимодействие между ведомствами в новом формате и обеспечить бесшовный переход на безбумажное взаимодействие.